Всем привет! Сегодня готовим мясо. Мясо с грибами и овощами. Вот я уже начал нарезать где-то 100 кг свиного мяса. В моем случае это вырезка. Нарезаем небольшими кусочками, 3 на 3 сантиметра. В небольшом количестве подсолнечного масла на большом огне обжариваем до золотистой корочки. Одну большую луковицу нарезаем четверть кольцами. Одну большую морковь нарезаем мелкой соломкой. Не на терке. Грибы, в моем случае это шампиньоны, разрезаем наполовину и еще наполовину. Сладкий перец нарезаем соломкой. Мясо слегка подзолотилось. И аккуратно перекладываем в чугунную емкость или кастрюлю, или в чугунок. Пока отставляем в сторону. На небольшом огне, в небольшом количестве подсолнечного масла, обжариваем лук до мякоти. К луку добавляем морковь. Хорошо все перемешиваем и так готовим до полуготовности моркови. Мясо солим по вкусу, а также перчим по вкусу. В моем случае это смесь перцев. Наверх выкладываем нарезанный соломкой сладкий перец. Распределяем по мясу. На перец выкладываем грибы. И сверху на грибы выкладываем обжаренный лук с морковью. Также равномерно распределяем по грибам. Для заправки нам понадобится 1 столовая большая ложка томатной пасты. В моем случае это 70 грамм приблизительно. Добавляем 2 стакана теплой воды. И хорошо перемешиваем до растворения томатной пасты. Заливаем все наше мясо с грибами и овощами. В таком виде доводим до кипения, накрываем плотно крышкой, выставляем огонь на минимум и готовим 50 минут, как бы сказать, томим на медленном огне. По истечении времени хорошо перемешиваем, добавляем несколько зубцов давленого чеснока, несколько листиков лаврушки, пробуем на вкус. В моем случае, друзья, все идеально. Накрываем крышкой и так готовим еще 20 минут. Выключаем газ. Вот, друзья, и закончили мы приготовление нашего блюда мяса томленого с грибами, с овощами в чугунке. Такое блюдо лучше всего подавать с молодой картошечкой, приготовленной по особому рецепту. Кстати, скоро на моем канале выйдет видео приготовления молодой картошечки. Всем, кому понравилось, палец вверх. Приятных просмотров, приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.